Ребята, всем доброе утро. Как видите по моему носу и красному лицу, я нахожусь в лесу, и сейчас очень холодно, ребят. У нас сильно за 2 дня похолодало. Ну, прям зима. Я посмотрел температуру, всего 2 градуса тепла в лесу. 2 градуса. То есть, очень холодно. Приехал на боровиковую точку, на первую, посмотреть, выросли ли за 2 дня грибочки наши. И уже у нас имеется результат. Так, взял я корзину уже такую. Первый раз, между прочим, хожу с такой корзиной. Думаю, попробую, как она будет удобно, не? Вот нашел парочку боровиков уже. Ну, тут там обычный белый, пару штук. И вот нашел 2 вот таких боровичка сосновых. Так, иду вот, ну, ходим по такому лесу. Как обычно, сосенки такие небольшие, мох. И вот стоят вот такие уже, правда, староватые. Вот такие уже, ребят, староватые товарищи стоят. О. Один. Вот. Второй. Ну, короче, уже все им. Хана. Вот. Небольшой. Третий. Опа. Ну, как-то холодно, ребят, уже. О. Ну, такие грибы я не беру. Обычно я вот так делаю, ребят, смотрите. Беру, вот так вот отрываю. Он чистый, понятное дело. Ну, блин, я уже такие старые грибы не беру. Спорами вниз. Вот так вот шапку сейчас поставим. О. Все. И споры будут осыпаться. И у нас будут здесь грибочки появляться. Так, посмотрим. Нету ли молодых? А, вон, смотрите, еще стоит, ребят. А вон еще стоит. Сейчас посмотрим, подойдем. Сразу не отходя от кассы. Ой, тут хороший, наверное. Этот, наверное, ребят, хороший будет. Смотрите, какой. Ну, тоже, блин, большой. Хотя я здесь был 2 дня назад. О, ну этот нормальный, этого возьмем. Вот такой вот. Тоже большой, но тем не менее. Он твердый, хороший. Блин, был, как они могут за 2 дня так вырасти, я не знаю. Это ж я хожу по своим местам уже. Хожу, ребят, по своим местам. Вот такие горбочки мне нравится проверять. Что под горбочком? А под горбочком грибочек. Ребят, вот в онлайне собираю. Смотрите, камеру даже не выключаю. О, вот это хороший. Опа. Опа. О. Зачетный размер. Ай, ляпота. Зачетненький. Ребята, вот за что я люблю боровики, так это за их просто невероятную красоту. Приближаемся. Приближаемся. Причем, смотрите. А, это, наверное, я раздавил или нет? Сыроежка раздавлена, наверное, я. Вот. Вот он. Ой, красота. Ой, ляпота. Восторг, ребят, это восторг. Вы посмотрите, нате, понюхайте. А, запах. Яблоками пахнет, Антоновкой. Кто собирал, тот знает. Вот это песня, ребят. Вот это сказка. Такие грибы, конечно, дорогого стоят. Класс. Вот буквально прошел метров 30, может 40. И вот такой красавец ждал меня, стоял. Замерз уже, конечно, он. Ну ничего, сейчас мы его отогреем. А вот буквально рядышком, ребят, еще стоит красавчик. Смотрите, какой. Опа. Опа. Хорошенький. О. То, что нужно. И размер хороший. Молодой. Тверденький. Рядышком горбочек, а там... Нет, там бледная поганка. Да, холодно им, ребят, здесь. Ой, блин. Холодно им здесь. Очень холодно, замерзают. Надо срочно их согревать. Отошел буквально метров 20 в сторону. И стоит очередной. Такой некрупный, но красивый. Он
солнышко уже пробивается сквозь деревья. Хоть потеплеет немножко, то со всеми подмерз. Аж язык прилип к зубам. Опа. Оп. 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 Смотри, как крепко сидит. Вот такой вот. Малыш-крепыш. Красивые грибочки. Просто шикарные. Я здесь был, уже ходил на этих местах. Я говорю, 2 дня назад ролик. Уже вы видели. Кто не видел, обязательно зайдите, посмотрите. Ролик просто шикарный. Собрал мешок боровиков. Мешок. С этого места. Идем дальше. А дальше здесь стоит сказка. Это не грибок, это сказка. Вы посмотрите на него. Опа. И все такие тут красивые начали попадаться. Просто красотули. Уже такие рослые. Рослые, но крепкие. Один в поле воин стоит. Один в поле воин. Ой. Опа. Вот такой. Имеется. Хожу по таким пролетам. Вот так вот. Здесь хорошо так смотреть. Ну, видимость хорошая. И сдалека, в принципе, я грибы вижу. Вот, смотрите, сейчас вам покажу. Наглядный пример. Смотри, грибу примерно где-то метров 10 отсюда. Вот он чик. И вот он гриб стоит. Боровик. Подходим и срываем. Ой, хороший какой. Какой хороший, смотрите. Опа. Вот такой боровичок. Вот такой. Берем и так же само продолжаем идти вот так вот по этим пролетам смотреть. Вот, ребят, гриб, который я только что вам показывал. И смотрю, вот горбочки. Тут бледная поганка. Бледной поганки очень много в лесу. А вот здесь, не знаю, будет вам видно, не будет. Вот такой маленький горбочек. Смотрите, а под горбочком вот, виднеется красненькое, видите? Вот так вот аккуратненько берем. Вот. И здесь, опа, боровичок. Вот такой боровичок. Класс. Плохо их видно, конечно, но все же что-то нам удается найти. Ребят, сейчас покажу полянку вам одну. Смотрите, вот какие красавцы стоят. Два. Идем дальше. Идем. Вот три. Вот 4. Идем дальше. Так, там вон грибники ходят какие-то. Уже конкуренция в лесу появляется. Ну ничего. Наши грибы всегда нас дождутся. 5. Вообще классный, смотрите какой. О. 5. И вот 6. Ребят, 6 штук на одной поляне. Ну просто ужас. Продолжают стоять кабаны. Ну просто кабаны, по-другому не назовешь. Смотрите, какой обормот. Ух. Опа. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Вот это кабан. Вот это кабаняс. Такой, наверное, с полкило. Не меньше. Я думаю, даже больше. Кабанчики стоят, ай, красавцы. Сдалека так вообще смотрится просто изумительно. Так. Интересненький лес начался, ребят. Интересненький. Вот кабан один. Идем дальше. А вот боровичок поменьше. Ба, второй. К ряду будет. А вот, ребят, тут просто обалдеть. Такое местечко нашел.
смотрите, третий. Какой карась стоит. О, третий. Так, идем дальше. Камеру пока не буду выключать. Идем. А вот красавец какой стоит. Четвертый. Оба. Ух. Крепыш какой. Так. Ну что? Лес меня радует, ребят, все больше и больше. Ребят, смотрите, какое здесь рядышком. Вот буквально оттуда я иду. Прошел 20 метров. Сейчас я вам с этого ракурса покажу. Какие стоят обормоты. Ну просто, ну я не знаю, что вам сказать. Вот это да. Вот это да, ребят. Вот это зверинцы, смотрите, какие красавые. Просто песня. Ну просто пушка. Красивые какие грибочки. Здесь уже у меня в корзинке прибавление такое серьезное, ребят. Перешел, ребят, в другую локацию уже. Здесь тоже такая, ну, небольшая низкорослая сосна. Ну, в принципе, похожий лес. Я тут собирал позавчера. И вот на этом же месте за 2 дня вот таких вот 2 красавчика выросло. Один побольше. Вот такой. Сейчас покажу. Ух ты, что нога какая у него. Красота. Смотрите, какой. Ух. Бормотик. Молодой. Немножко нога надломилась у него, но ничего. И вот поменьше. Выросли все-таки. Хотя я переживал, думал, холодно. Что может не вырастут, но выросли. Смотрите. Пока еще гриб растет активно. Берем. И вот продолжаем идти в ту сторону по прямой. Будем углубляться в лес. И смотреть. Здесь тоже хорошо ходить. Просторно. Людей практически нету. Поэтому все хорошо, ребят. Открытая местность, ребят, такая полянка. Вот там вот маленькая-маленькая сосенка, насаждение такое. Вырубка была на этом месте. И вот на солнышке греется очередной красавчик. Смотри, какая расцветка у него. Шапка бронзовая, ножка желтая. И преимущественно вот такой вот расцвет именно боровика растет на белом мху. Вот мох. И вот гриб. Опа. Ямку обязательно прикрываем. Во. На солнышке переливается. Шикарный грибочек. И вот еще маленький рядышком стоит. Совсем малыш. Но в то же время крепенький. Тоже такая упругенькая ножка у него. Во. Но шапка уже, видите, как красноватая, с красноватым оттенком. А этот прям бронзовый. Вот видите, как отличие какое. И тот боровик. Иду вот по такой дороге лесной и заметил первого красавца. Просто шикарной такой расцветки. Один. Смотрите. Опа. Оп. Так. Вот такой кабасик. Просто сказочный. Расцветка у него вообще потрясающая. Так, идем дальше. И тут. Оба. Обалденный вот такой вот наливной. Второй. Опа. Оп. Выкручиваем. Второй. 2 штучки, ребят, ну каких красивых. Вот. Вблизи вам покажу. Гляньте, какие обормотики. Просто шикарнейшие. Стоит один, но очень красивый. Прям просто великолепный. Смотрите, какой. Ай, расцветка. Ляпота. А ножка у него какая белоснежная. С этой стороны сейчас покажу. Опа. Вот так вот. Смотрите, какая у него нога. Беленькая. Опа, звук. Я думаю, вам такой нравится. Потрясающий звук. А вот рядышком еще. Блин, жалко, конечно, но возле него были вот один маленький и второй.
Но они бы уже, скорее всего, не выросли. Потому что вот тут маленький, мягенький такой. Хотя, может, и выросли бы. Но туда этого пришлось бы оставлять, потому что уже был бы старым. А так, вот такой вот просто шедевральный. Класс. Ребят, думаю, сниму вам, покажу очередного красавца. Один стоит, но посмотрите какой. Ух. Класс, ножка белая. Опа. Вот так вот. Вот так вот. Под шляпкой тоже белая. Молоденький. Рассвет просто бомба. Вот наш сегодняшний с вами улов. Можете посмотреть. 7 ведер отборного, шикарного боровика соснового. Вы просто посмотрите, ребят, на эту сказку. Вы просто на нее посмотрите. Весь гриб чистенький, червивого гриба вообще нету. От слова совсем. Ну, что касается боровика. Белый там иногда проскакивал. Червивый. Но боровик весь чистейший. Вот он, красавчик. Так, ребят, здрасте всем еще раз. С вами рубрика «Говорящие руки». Я уже дома. Всегда мне задаете вопросы, почему ты не показываешь, как ты готовишь грибы. Вот, собственно, почему, ребят? Потому что не доходят вот эти вот руки к ним. Вечно приезжаешь, устаешь с грибалки и как-то не до этого. Сегодня уже следующий день, сегодня 18 сентября 2021 года. Грибочки, когда я приезжаю с грибалочки, я обычно чищу и вот в таком вот виде кладу в морозильную камеру. В живом виде, то есть я их не отвариваю. Вот как можете видеть, вот в таком виде они у меня лежат в морозильной камере. Потом я их по пакетикам фасую, сколько мне нужно, я себе достаю, так, чтобы на раз, на два покушать. И вот готовлю. Водичка наша уже закипела, ребят. Сейчас мы по-быстренькому порежем грибы. Сильно мелко я никогда не режу. Вот так вот. Если такой гриб, то на две части. Это боровик сосновый, ребят. Первой категории гриб. Поэтому, еще раз повторяюсь, его можно даже не варить. Но мы отварим немножко. Я же говорю, буквально 7 минут. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих товарищей из компании Samura. Ребята, ваши ножи просто пушка. Острые, стильные, очень удобная рукоять. А самое главное, что эти ножи на протяжении длительного времени остаются очень острыми. Поэтому, кто еще не заменил свои старые и тупые ножи на новые и острые, как раз самое время это сделать. Такой продукт мне действительно не стыдно рекламировать, поэтому все ссылочки на данные ножи будут в описании под данным видео. Все, ребят, грибочки наши сварились. Вот такой вот у них характерно желтый цвет. Ну, в принципе, как и у всех белых грибов. Отлично. Теперь можно приступать к жарке непосредственно. Наши грибочки, ребят, стекли. Вот у меня примерно порция на одного меня, ну даже на два человека здесь можно покушать. Влаги уже у них нету, можем бросать в нашу сковородочку. Жарю я, ребят, всегда на таком хорошем огне. Чтобы с них влага вышла лишняя, надо им хороший огонь и постоянно перемешивать. Thank you.
Наши грибочки приобретают золотистый цвет, вернее, уже приобрели. Самое время забросить лук. И теперь опять перемешиваем, уже вместе с луком. Видите, влага уже вышла излишняя. Грибочки у нас уже сухие, подзолотились. Сейчас буквально 5 минут и уже все. Все у нас будет готово. Лук, ребят, я предпочитаю синий, который болгарский, он сладенький, мне он больше нравится. Более такой ароматный он. Ну а там уже, как говорится, на любителя, кому как и что нравится. Грибочки наши уже, ребят, готовы. Трубчатые грибы я жарю обычно 20 минут. Все пластинчатые обычно 10 минут. Запах просто шикарнейший. Ну что, друзья, пришло время продегустировать, что у нас с вами получилось. Я обычно люблю пластинчатые грибы, именно вот рыжики, но белый гриб, а именно боровик, мне тоже очень хорошо заходит. Попробуем. Отлично. Вы знаете, и не пережарились. Как раз, короче говоря, в меру. Вот. Прям грибок. Класс. А то я не люблю, когда они сильно мелкие и непонятно там какая каша. Я люблю, чтобы грибок был понятного размера, чтобы я его визуально мог увидеть. Ребят, лучше может быть только рыжик, я вам честно говорю. Сегодня у нас 18 сентября 2021 год, много кто спрашивает, много кто не доверяет, думают люди, что я собирал еще это в прошлом году грибы и так далее. Нет, ребят, это в этом году. Кто будет спрашивать, это Черниговская область, Украина. Ну и в завершении, друзья, хочу вам пожелать тоже полных, всегда полных корзин, крепкого здоровья, особенно своим подписчикам. Я читаю все ваши комментарии, очень вам признателен. Вы у меня все большие молодцы, поэтому я вам от чистого сердца желаю взаимно всего того, чего желаете мне вы. Все, ребят, с вами был Евгений Лыгуткин. Всем удачи и пока. До новых встреч.